Что, Катюня? Слышишь, мы только что тут полгазельки затарились. Друзьяки, всем доброе утро из Одессы мамы. Короче, добрую миссию мы продолжаем делать. Спасибо вам, ребята, это заслуга. Как это, блин? Ну, целого земного шара, потому что я уже не знаю, уже как на глупости, уже нет мест, откуда нам не прилетает взаимопомощь. Ребята, от души благодарю. Смотри, что мы взяли сейчас? Три мешка сетки и сколько там? 7-8 сеток. Короче, 4000 гривен только что слетело в одном месте. 3900. 3900. Ах ты, хотел на меня 100 гришек навалить, оператор. Сейчас такое время, что не можно. Так, что еще? Ну, едем быстренько выгрузим и потом поедем на оптовый рынок. Мы, кстати, знаешь, что нашли? Случайно сижу я, короче, на днях на вахте там. Ночью охраняем территорию от мародеров. Заходит сосед с моего дома, короче. Саня, тебе привет. Говорит, а ты что здесь делаешь, короче? Живут со мной люди по соседству, смотрят меня, короче, там лайкают, комментируют и не знают, что я живу, короче, у них в доме. Так что, друзьяки, нарисовался сосед, Санек. Разговорили с 3-10, чем занимаешься. Он волонтер. И возле нашего дома, там буквально недалеко, есть, ну что это сейчас там, как сказать это, для кошек приют. Ребята, там или 150, или 180 котов, представляете? Люди сейчас начали уезжать массово там, понятно, не от доброй воли. Но 150 и 180 котов осталось, так что у нас там сдача осталась. Поедем что-то и котикам приобретем, да? Катюшка. Обязательно. Давай, сейчас аккуратненько буду здесь. Там нам сделали замечание, что мы не думаем про собак, и собакам тоже обязательно приобретем. Господа американцы, не переживайте, да и собакам все будет хорошо, да. Так, Катюшка, туши, давай сейчас буду заезжать, будем разгружаться. Заезжай, что я тебе, мешаю, что ли, или что? Да ты мне не мешаешь, люди, я не понимаю, куда едут, что вы на мустангах тут раскатались. И что, мустанг, тебя и я, ни картошка не влезет туда, ничего полезного. А у нас, давай, что он тут там сзади, он не понимает мои действия. Ну ты бы, может, поворот включил, и тогда бы он тебя понял. Я груженый. И что, так поворот тебе не мешает включить? Слушай, не снимай этот позор, я на тракторе лучше езжу, елки-палки. Давай я сяду за руль, Сережка. Я тебе сяду, снимай давай. У меня лучше получится рулить. Ага. Так, аварийку врубаем и аккуратно по тротуару едем. Да, я уже покажу Архимус. Ну мы разведем. Покажи, ты не меня, покажи людям. Вот так вот идете, короче, смотрите, тропинка красивая, а там трусы висели с тельняшками. Мы сейчас сняли, заодно и постираем. Да, вон свет горит. Окошко для кофе работает. Сейчас разгрузимся и будем делать дальше добрые дела. А вот и люди к нам, видишь. Подходят с тачками, тележками? Ну да. Там уже были, уже звонили с самого утра. Я не знаю, там что-то осталось, не осталось. Стесняются. Сейчас таки поможем. Смущаются. Все, гаси. А вот, видно, все разобрали. Привезли, говорят. А не успевает это все дело здесь залеживаться. Что там, Никуся, привет? Вкусно все. Ну мы привезли картошку, морковку, сейчас поедем дальше. Ой, морковку. Здрасте. Приятный репортаж вам, я с удовольствием. Да, все, такой одесский разговор. Такие для вас, стараемся. Очень все, от души благодарю. Сейчас у нас тут есть лук и картошка, и дальше будем ехать. Все будет нормально, сейчас всем поможем. Сейчас картошка и лучок. Все, Катюня, давай тушись, надо будет сейчас разгружаться, пусть девочки фасуют, а мы едем дальше. Ты видишь, ну идут, слава богу, что идут. Ребята, таки всем огромное спасибо, что кто принимает участие. Еще раз напоминаю, главное, чтобы чистого сердца, понимаешь? Если хочешь помочь, вот тебе карточка, помогай. И если вдруг ты одессит, и тебе не надо, и ты увидел Липована, ну так и скажи, кому надо. Королева 88/1, город Одесса, ресторан Архимус. Заходите, у нас такие для вас что-то будет. А мы взяли там полгазели, понял? Три сетки. Может, надо было, чтобы он на газели как приехал? Это, Катя говорит, давай, Василий, да, по 15, да. Да, а еще это знакомые, это оказывается, азербайджанцы мои знакомые. Пока картошку по 12 отдали. Дальше. Просто не влезает. Лук по 22. Кстати, хорошая картошка. Хорошая. Да не снимай, как я курю. Так не кури. Надо было газели тут сюда направить. Это прикинь, грузили только даром. Туда-сюда. Да. Да.
фасую там кулечки, всякую штуку. Короче, ладно. Оператор. Что, бросил потом сигарету, да? Да я не курил. Это мне показалось, да? И вам тоже, товарищи, зрители. Это дым от картошки. Так, что мы уехали дальше в командировку. Люди ждут. Да, он кому овощи уже сразу берут. Сейчас там минут через 20 там хлеб ребята поднесут. Мы сейчас на оптовой, там дальше крупы. Короче, возьмем. Наш бюджет позволяет. Вот все, копейка в копейку и выгребаем. Фух, вспотел я, лысый, чуть-чуть. Нашел, Катюшка. Короче, смотри, пан-код. 10 килограмм, 450 гривен. Да? Сколько мы это можем брать? Ну, давай возьмем один в приют, один возьмем в ресторан. На развес? Развешаем людям. И собакам надо взять обязательно. Так. Курка, микс. И собакам взять, да? Ну, конечно. Может быть, есть для средних каких-то, знаешь. Пан-пес? Или тут без разницы? Да, я думаю, что без разницы. Ну, да? Да. Лайт. А, все одно и то же, да? Лайт, чемпион. А мы сейчас поинтересуемся, сколько у него. Ладно, хорош снимать. Берем три мешка, да? Да. Есть. Все. А вот здесь у меня, я вам донесу, куда надо будет. Так, а давай по-братски, ты два и я два, в машину закидываем. Оператор, давай, рассчитывайся. Бабки гони. Гоню, гоню. Риск Илья, да? Цена. Цены надо знать. А риск Илья почем? 35 рублей за килограмм, 875 гривен мешок. 875 мешок, да? Договорились. Почем? 35 гривен килограмм. Нормально. Самый вкусный, самый нормальный. Берем мешок? Мешок. Арнаутки бери мешок. А макарон нету таких киевских? Ребята, макароны есть? Нет. Макарон нет, да? О, сахар появился. А почем сегодня сахар? 40 гривен килограмм. 40 гривен килограмм. Без сахара чай? Пока без. С бубликами? Так. Сколько получается? Всего. А ну, почитайте нам, пожалуйста. 625 плюс 600. 200. 200. Катюня, давай. И буряка возьмем, да, уже пакет? Ну и да, и буречка. По 30 гривен. А вы нам аккуратненько сделайте скидочку, да, какую-то? Я уже ниже пишу, чем там. Все, замечательно. И буряка тоже сеточку такую. А ну-ка, сейчас. Да. Сюда. Тоже, если есть, ну, не очень крупный. В бок должно влезть. Вот туда ее. Можно мне 6 штучек перепелки? Деньги. Так, это буряк. Давай. Что, он станет интересно? Вот здесь вот. По идее должен, да? Тут у него. Все, сейчас. Влезла? Ну, влезла. Понятно теперь, чего такой длинный автомобиль? А ну? Есть. Идем спросим, почем эта коробка яиц. А сколько вот такая полная коробка получается по деньгам яиц? Тоня! Просто интересно, чтобы мы понимали... 1440. 1440, да? Ну вот будут деньги, возьмем такую штуку, да, и расфасуем. Там мы берем это все сейчас. Ресторан не работает, сделали точку как для пенсионеров. Там покупаем. Подписчиков у нас есть. Огромное, ребята, всем спасибо. Люди добрые, интересные, замечательные. Денежки скидывают, а мы их с удовольствием тратим и раздаем это дело на дело благое. Так что таки. Да. Мыло, шампунь, трусы, памперсы работают. Идем к пацанам. Мы там столько понабирали, что нам сейчас надо маечек этих пакетов. Здрасте, ребята. Кто крайний? Салют. Слава Украине, ребята. Ты героям слава. Что хотел сказать, короче. Мы пока к вам дошли, у нас немножко деньги закончились. Да, почем маечки? Денег. Военное все. Время, денег вообще. Ты понял, вот как люди встречают благодарно. Все на благое особенно дело. Хороших людей. Да. Мы сейчас там набрали целую кучу всего, уже машины на дыбах, и будем сейчас фасовать, а фасовать не в чего. Так что... Туда вот. Это да, на благотворительность, на нашим этим. Не, что надо, не надо, нам надо просто маечки. Просто маечки и пакетики. Все. Какое по размеру? Ну, такие аккуратные, чтобы влезли. Вот такие. Слушай, вот. Давай по-братски, половину ты дашь, а половину мы купим. Я дам. Все. Вот этот размер. Вот великолепно, размер, все, отличный. Да, туда. А, давай 10, есть 10? Да. Хорошо, давай 15. Тут в упаковке 200 штук. Все, а у нас по 5 штук за день улетает, потому что мы берем мешками и фасуем.
Я не сильно наглый? Ну, не нормально, знаю. По-братски. В следующий раз тебя метлой погоню. Нет, в следующий раз я не буду говорить, что деньги закончились, сразу буду рассчитываться. Так что все, все порядок. Да. Так. Позвольте, я тут заберу. Что? Пошли. А что я хотел сказать? Блин, слушай, как приятно, елки-палки. Вон ребята маечки подогнали. Встретили людей, меня узнали. Говорят, мы там, короче, нам сахар пообещали где-то по 30 гривен. Так и просто вам завезем на адрес туда, на Королева, к нам в Архимус. Все молодцы. Все гурьбой, короче, блин. Справимся с этой небедой. Или бедой, что я постоянно так не беда говорю. Короче, беда, не беда, смысл один и тот же, что хреново сейчас всем. Но все будет нормально. Что еще хотел сказать? Да, если, как это, ну, имеешь такие желания и живешь здесь в Одессе, тем более возле нас, и тебе таки хочется, приходи, он там, кто деньги оставляет, кто там продукты приносит, короче, вот такая перевалочная база. Всех благодарю от души. Короче, друзьяки, мы переместились вот сюда, это Вавилово, адрес точно не помню, но здесь, короче, же этот приют котов. Так что, здравствуйте. Здравствуйте. Все, сейчас две секундочки, мы к вам заходим. Короче, что там происходит, друзьяки, увидите в следующем видео. Так что, если хотите, поддержите и котов. От души благодарю. Давай, мы погнали в гости, в следующем видосе вы увидите, что такое очень много котов. Угу. Короче, друзьяки, после такого немного отшибает речь. Там порядка 300 котов. Или 300, короче, вот сейчас были. Лена уехала, повезла кого-то в клинику. Ёшкин кот, по-другому не скажешь. Точно, что фраза, наверное, это отсюда пошла. Ёшкин кот. Старые, больные, маленькие, красивые, вперемешку все коты вот здесь находятся. Какие же, слушай, люди молодцы. Так, ну это вы там увидите в видосе, мы это за это отдельно сделали. А мы едем дальше разгружать то, на что потратили ваши деньги. Так что, друзьяки, всех люблю, крепко уважаю. Ну просто нереально уважаю, ну вот, ну просто все молодцы. Погнали. Сейчас согреешься. Так, что, бери, поехали, короче, что, куда? Давай. Манда на выгрузку. Здесь оставляй, потом будем заносить, потому что на улице холодно. А печку мы топим, слышишь? Дрова, если есть лишние, ребята, заносите, тоже пригодятся. Ячка. Да, он помогает. Приспосабливайся там. Что есть там, да. Рис. Корм. Так, здесь все, да, там Вася открывает задние двери, там тоже есть что брать. Игорешка, с той стороны бери там. Сейчас люди пройдут. О, здрасте, только виделись, а вы уже, короче. Все, проходите вон там вот. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, еще раз. Береги. Хлеб. А можно вот внутрь заходить? Уже привезли сахар. Две недели возим. Так. А он, братик, на, бери еще есть, что носить. На, это печенька взяли, заноси к чаю. Опа. Спасибо вам большое. Там мы уже вроде бы уже там все сейчас. Там хлеб остался такое. Это сейчас. Спасибо. Да? Все, спасибо огромное. Всем добра, да. Молоко заноси. Это тут, вот это тоже? Вот это. Не, это, ну, катается. Здесь все. Все, да? Все, да. Это катается, закрывай. Сейчас я машину перегоню и можем потихонечку. Минут 15-20, да, сейчас. Расфасуем все это дело. Заноси. Вот тут кидай сейчас. Будем хлеб сюда. Порядок. Фух, так что, друзьяки, процесс идет, все нормально, мы не останавливаемся. Всем еще раз огромное спасибо. Вон, люди подключаются, молодцы. А мы только видели ребят на оптовом рынке.
Ага, говорили, если что, мы там что-то закинем. Так и закинули. От души всех благодарю, с приветами из Одессы. Давайте всем мира и добра. Все будет нормально, вместе мы сила, правильно? Фух. Мадам, это только для вас. Друзьяки, вам крепко пожал руку. Фух. Ну что, до новых встреч в эфире. С вами и для вас гонял Одесский Телефон. Всем пока-пока. Чао.